кстати, этим прославился Китай и довольно-таки большую неприязнь свои действия вызвал со стороны регуляторов США. Но даже в Древнем Риме при императоре Диоген была лишь замешана держава. Проблема в том, что для наших работодателей это будет означать. Еще одна проблема есть. Владельцы капитала начнут искать аудио, видео. Доброта, позитив, дополняют коллектив. Позитив наполняют коллектив. Позитив, доброта вместе с нами навсегда. И с тобой, и со мной. Под кровавой луной будем страстно упиваться добротой. Итак, каждый гребаный бой. Доброта!